За надписи на стенах мечети нарушителям может грозить уголовный срок. Напомним, в ночь на 1 июня пятеро неизвестных изрисовали свастикой здания мечети, осквернили ее оскорбительными надписями и прикрепили свиную голову. Всех нарушителей задержали сотрудники полиции. Ими оказались ученики различных учебных заведений города. Среди злоумышленников также был один совершеннолетний. Ранее судимый 23-летний молодой человек по прозвищу «Учитель». По предварительным данным, он и являлся организатором этой акции, направленной на разжигание религиозной ненависти. Сейчас проводятся необходимые следственные действия. По записям будет проведена религиоведческая и филологическая экспертизы. По факту осквернения здания мечети, расположенной в региональном центре, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Возбуждение ненависти, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности, отношение к религии.